Друзья, приветствую вас. Сегодня с вами поговорим про автосвет. С Владом у нас уже есть видео большое, очень много просмотров, и где мы предлагали от моего канала скидку. Сейчас Влад расскажет про новинки автоламп. Знакомьтесь, Влад. Влад, привет. Здравствуйте. Да, кто не смотрел предыдущее видео, вот на YouTube будет ссылочка. Можете пройти, посмотреть, где мы рассказывали про светодиодные лампы, про цены, да, про как они светят. Мы показывали, как лампы светодиодные светят в фарах Wesson. Сегодня Влад говорит, есть новинки, Виталян, приезжай, покажу, расскажу. И я вам решил заодно показать. Здравствуйте, подписчики Витального YouTube-канала Нива 007. У нас было большое видео, напомню. Мы рассказывали про очень качественные, хорошие лампы с правильной светотеневой границей, с густой заливкой и с освещенностью не куда попало, а в правильные границы. Прошло время, уже кто-то из подписчиков Витальных недавно звонил, говорил, что прошло уже 9 месяцев с момента того видео, и вышло очень много новинок. Новинки очень интересные и в разных ценовых категориях. В лампах сейчас как в компьютерах, мы не успеваем сами. Стало все намного круче. Освещенность – это безопасность вас, ваших пассажиров, пешеходов и безопасность на дороге. Хотим вам рассказать про новинки, чтобы вы знали, что сейчас можно поставить на свой автомобиль, чтобы получать удовольствие. У нас две новые модели вышли у фирмы ВТ. ВТ – фирма тольяттинская, производство в Китае, но здесь очень хороший контроль качества. Здесь современные светодиоды, чипсеты 3570. Это новый диод нового поколения, который светит с четкой светотеневой границей. Диоды расположены в правильных местах, нигде попало. Они расположены на том же расстоянии от юбки, как у галогеновой лампы. Нить накаливания ближнего, вот она, ближнего, и нить накаливания дальнего. И с теми же смещениями. То есть вылет тот же. Эти чипы светят в те же зоны отражателя, куда рассчитывали инженеры с завода. Поэтому мы даем гарантию на светотеневую границу, что у вас культурный будет свет, что будет светить куда нужно, а не куда попало. Это приличная вещь для себя. Здесь используется двойное охлаждение. Каждая пара чипов лежит на медном сердечнике. Плюс здесь еще используется кулер с радиатором. Это приличная модель. Производитель заявляет 5000 люмен светоотдачи на две лампы. Каждая лампа 2500 люмен. Здесь они обобщают. При маленьком потреблении всего 35 ватт. Также здесь очень маленький нагрев, где-то до 100 градусов. Штатная галогеновая лампа греется в районе 300 градусов. Также, чтобы было понятно, что такое люмины. Люмины – это как раз таки количество света, это их светоотдача. Многие их путают с кельвинами. Кельвины абсолютно не важны. От кельвин практически не зависит количество света и светораспределение тем более. Для нас важно люмины. Здесь 2500 люмен на каждую лампу, напомню. У штатной галогенки идет всего 1000 люмен. То есть с двух фар мы снимаем 2000 люмен, как со штатным галогеном, когда мы слепые котята. Либо мы снимаем 5000 люмен с двух ламп, получаем нормальную заливку на дороге, правильную, с гарантией на СТГ. Слушай, а давай сразу по ценам определяться. То есть вот рассказали мы, и сразу примерная цена. Ну, давайте сразу предупрежу, ценники на сегодняшний день. Время нестабильное, сами знаете. В прошлом видео мы ценники озвучивали, потом мне звонят, говорят, а как же так, ты говорил, такой стоимость, все производство идет с Китая, ребята. Мы очень стараемся придержать эти ценники, но все же бывает дорожает, понемногу, потихоньку. Вот этот комплект на сегодняшний день стоит 2500, если я не ошибаюсь. Такие лампы — это прям очень хороший ценник, потому что чипы 3570, они в принципе такие же используются и на более дорогих линейках. Допустим, как на линейке MaxBeam, видите, технические характеристики, марка и тип светодиодов. На более дорогих линейках чип будет использоваться тоже 3570. Не ошибаюсь, то на самый дорогой 3750. Но это немного другое расположение чипа, по сути он такой же. Следующая линейка, это вот называется она Extreme Vision. Здесь уже идет тройное охлаждение, потому что чип более высокофорсированный. Чипы те же, в тех же местах, как нити накаливания у галогеновой лампы, также с гарантией на СТГ. Здесь вынесен стабилизатор напряжения, он защищает от скачков. Это не значит, что его здесь нет, он тоже есть, но он здесь более компактный. И так как лампа эта немного меньше греется, его выносить на провод не стали. Эту лампу форсировали сильнее, используют чипы те же. Добавили, кроме медного сердечника, еще жидкостную трубку для быстрого теплоотведения температуры от чипа. Это надежная модель на современных чипах с гарантией на светотеневую границу. Отличный вариант. Стоимость такого комплекта 3500 рублей на сегодняшний день. Да, а сегодня у нас конец октября.
Конец октября 2023 года. Да. Если кто будет заказывать, и если кто от меня будет звонить Владу, телефон я укажу в первом закрепленном комментарии описания под роликом, то Влад делает скидку. Поэтому звоните заранее и узнавайте цену. У фирмы МТФ, это вот как у Виталия на Ниве сейчас стоят, такая же фирма, вышли новинки. У Виталия была линейка Киберлайт. Прекрасные лампы, качественные, они до сих пор работают у Виталия, корректно работают, насколько я знаю. Я скажу, 9 месяцев примерно на них катаюсь. Я брал у Влада на Ладу Гранту, ездил, на Ладу Гранту я брал у тебя Остром, по-моему, да? Да, на Гранту. Остром. Ездил на море в ночное время. Есть тоже видео, мне понравилось. Прикольно, заливочка хорошая, отличается от заводских ламп, это небо и земля. По поводу Нивы. Я брал у тебя, по-моему, подороже. Да, я брал вот такие. Установлены у меня вот в такую оптику, в Эссен. С габаритом. Да, именно с габаритом. Мы здесь с Владом в том видео показывали на полу, как светят они. То есть светотеневая граница. Езжу до сих пор, проблем с ними нету. До этого заказывал с AliExpress за 1500-2000. Ну, вроде как бы ценник такой приличный. Но, к сожалению, через месяц, 2-3 или начинает моргать, одна у меня вообще потухла, или на каких-то кулер перестает работать. И вторая лампочка, которая осталась, я поставил вообще на тайский свой мотоцикл. Талина линейка, про нее сильно рассказывать не будем, в прошлом видео есть, пройдите, посмотрите. Она идет 3750 люмен на яркость каждой лампы. Многие производители обобщают эту яркость. Правильнее будет расписывать на каждую лампу. Мы, в общем, вам поэтому рассказываем, объясняем про это дело. Вот, кстати, предыдущие вот на Extreme Vision'ах я забыл сказать, что у них идет 7000 люмен, но это на 2 лампы. То есть разные производители используют по-разному технические характеристики. Здесь 3500 люмен на лампу. Никто ничего не обманывает, мы читаем, прежде чем вам рассказывать техническую документацию. Люмены были заявлены честными, потому что есть куча производителей, ну, там неважно каких стран, которые пишут там, 1000000 люмен, но по факту это оказывается на всю баржу с этими лампами загруженными. Ну, вот. То есть здесь честно, то есть расписано, мы объясняем уже по факту технические характеристики, доводим уже до вашего сведения в корректном виде. Вот. 7000 люмен на 2 лампы, по 3500 люмен на каждую лампу. Напоминаю, обычная галогенка всего 1000 люмен идет на лампу. Вот. То есть мы получается, что здесь снимаем 7000 люмен с двух фар, там было бы 2000 люмен со штатной лампочкой. И потребление здесь тоже небольшое, 55 ватт, не выше стандартного. Стандартная лампа до 60 ватт обычно идет, если не берем какую-нибудь усиленную. Все линейки, которые мы рассматриваем, они все кипельно-белые. У них нет синих оттенков. Приличные производители вообще стараются не делать синие оттенки, то есть свет будет белый. Многие переживают за плохую погоду, за дождь, мокрый асфальт. Я рассказываю как, чтобы было понятно. Сам я езжу на светодиодах. Кстати, я разговаривал вчера с ДПСником, инспектором ГИБДД, по поводу законности. Он сказал, что у нас есть закон только по газонаполненным или газоразрядным лампам. Это ксенон. Ксенон нельзя. Ксенон мы вам не предлагаем и не рекомендуем, так как он запрещен. По светодиодам закона пока нет. Есть, так скажем, статья, если уж в крайнем случае до вас захотят, как говорится, доколупаться, то это изменение в конструкции автомобиля, это 500 рублей штраф, в течение 2 недель вообще 250 рублей. Поясник, с которым я разговаривал, он сказал, что у нас это не практикуется практически. Согласен. Только в тех случаях, когда лампы какие-то вот берут люди, правда, там 1000 рублей, которые светят просто в глаза, могут уже, когда ты слепишь, ты в первую очередь и привлекаешь внимание инспекторов ГИБДД. Вот. Все те лампы, про которые мы рассказывали в первом видео и в этом видео рассказываем, они все с гарантией на СТГ, что у вас будет культурный свет правильный, он будет на дорогу, а не куда попало. Почему мы вам рассказываем про законность установки ламп? Потому что в первом видео, я и думаю, в этом видео очень много комментариев при установке ламп светодиодных. Вы пишете, это лишение, вас лишат прав. Вот Влад пообщался и рассказал вам. Недавно еще раз изучал техническую документацию фар, что мне заинтересовало. Это именно уровень влагозащиты металлического слоя. То есть здесь металлический слой защищен силиконовым лаком с кремнием, чтобы это все дело не ржавело дольше. Ну, также здесь используется резиновый пыльник для увеличения уровня влагозащиты. Это у нас фара с габаритом под цокольную лампу. Обычно мы рекомендуем, если ставят светодиодные лампы, ставите светодиодную габаритную лампу, чтобы была гармония в цвете. Вот. Ставятся они в штатные места. Нивы, УАЗика, Пазики, Волги, Пазика, Икаруса, если кто помнит, да, такого мамонта.
Вот штатные места, никаких доработок, все просто. По установке болт-он, как говорится. Это без габарита. По стоимости они не отличаются, про стоимость мы всегда говорим, но на сегодняшний день, конец октября 2023 года. 2500 за один оптический элемент. Крутые фары, они того стоят, светят они хорошо, мы видели их в деле. Да, у меня есть видео, я вам показывал тоже, ссылочку в описании, приходите под роликом, я оставлю эту ссылочку на мое видео. Также про новинки, многие звонят, спрашивают, да и лампы как у Виталия, я говорю, ребят, мы никак не можем вам сообщить о том, что есть новее. Мы с Виталий созвонились, решили, что есть современные варианты и рассказать. То есть Виталины лампы классные, 3750 люмен на каждую лампу. Но эта же фирма сделала лампы уже на 5000 люмен на каждую лампу. И улучшили точно охлаждение еще немного, потому что более форсировали чип. Чип 3570 здесь современный. У них идет блок стабилизации, но также, в принципе, как на многих моделях у приличных производителей. Вот эти две модели, про которые мы будем рассказывать, так как у нас есть не только Лады Нивы, у нас есть другие автомобили, и эти модели даже подходят для линзованной оптики. Многие эксперты из интернета, ну, назовем их диванные, вот, они говорят, что в линзе светодиод не светит. Это все ерунда. Поверьте, все идет вперед, шагает. Сейчас все линзы с завода на автомобилях современных светодиодные. Не просто так. Это все светит хорошо. И светит гораздо лучше даже ксенона. У ксеноновой лампы стандартной идет светоотдача 3000 люмен. У галогеновой 1000 люмен. Вот вам две линейки, у которой у одной 5000 люмен на каждую лампу. И у нее идет идеальная имитация нить накаливания. Это подходит для линзованной оптики даже. То есть, если вы, ну, решите поставить на свою Toyota, допустим, в линзу эти лампы, оно будет там светить с гарантией того, что оно будет светить корректно, правильно и хорошо, даже в плохую погоду. 5000 люмен на каждую лампу. У ксеноновой 3000 люмен всего. Ну да. Вот. И вторая линейка, у которой 6500 люмен, также рекомендовано для линзованной оптики. MaxBeam линеечку я показал. Отличный вариант. Подходит как для рефлекторной фары, допустим, VSM. Для фар с гладким стеклом. Лада Калина, Гранта и многие иномарки. Ну, там, Chevrolet Cruze или прочие. Mazda 3 с линзованной оптикой. Это все подойдет и будет хорошо светить. Главное подобрать правильно по каталогу нужный цоколь ламп. Вот. И вот самая топовая линейка. Уже скорее хочется про нее рассказать. Это Киберлайт Про. У Виталия была линейка Киберлайт. Это у них улучшенная модификация Киберлайт Про. Она идет на 65 ватт. Ну, технические характеристики получаются по потреблению. Они около штатных. То есть автомобилю это не навредит. Всего 5 ватт разница. Некоторые умудряются на 100 ваттных лампах ездить. Да. Там уже плавится, да, проводка и все дела. Плавится. Здесь 65 ватт около штата. При светоотдаче 6500 люмен на каждую лампу. Это очень крутая светоотдача из реально заявленных характеристик, где производитель не врет. Это, наверное, лучшая светоотдача в принципе на всей нашей территории, так скажем, России и, думаю, ближайших стран. Да. Здесь, как они достигли при тех же чипах? Они сделали двойные медные трубки. То есть здесь у нас по одной медной трубке, в MaxBeam, в Киберлайте, в Киберлайт Про идет две медные трубки. Светодиоды также лежат на медном сердечнике. И идет кулер с радиатором, плюс вынесенный стабилизатор. То есть это самое современное из качественного. Еще хочу обратить внимание, ребята, на то, что многие задумываются о покупке ламп каких-то там разрекламированных в интернете непонятными сторонними организациями. Мы это все тестируем. И важно, когда вы покупаете лампы, чтобы производитель не прятался. То есть у нас есть разработано по заказу, у нас есть кто изготовитель, у нас есть гарантийные обязательства. Фирма МТФ в рынке, фирма МТФ российская, но у нее офис головной в Южной Корее, разработки идут южнокорейские, производство, как у всех в Китае. Это фирма в рынке. Почему я начал говорить за бренды? Наверное, это важно, потому что, как минимум, мы не переживаем, когда мы знаем, где это сделано, кто производитель и кто изготовитель. По поводу пожаробезопасности.
Бывают случаи, когда люди покупают на китайских сайтах какие-то лампы, и после этого у них бывает даже сгорает автомобиль. Да. Покупайте приличные вещи. Если нет возможности купить хорошую вещь качественную, то лучше повременить. Не надо брать какие-то подделки. Сейчас очень много всяких и вроде как сделанных похожих ламп, но это все пожаронебезопасно. Берегите себя, берегите свои автомобили, ездите на качественных лампах. И будет у вас качественное светораспределение, будете ездить с комфортом. Да, увереннее себя чувствовать на дороге в темное время суток. В мокрую погоду, в снег, когда свет заливает с ваших, опять же, качественных фар, то тогда получаешь удовольствие от этого. Стоимости, значит, киберлайты на сегодняшний день 6000 комплект, максбимы у нас 6500 комплект и топовая линейка киберлайт про на 6500 люмен на каждую лампу с киперно-белым светом 7000 рублей комплект из двух штук. Мы вот пока записывали видео, пришел покупатель, и стоим, разговариваем, человек приобрел приору, и увидел вот эти фары. Вот эмоции, давай, свои вот на камеру. Да, собственно, что тут говорить? Была проблема, с Нивой. Нива — это вообще одна большая проблема, если так разобраться. С 60-х годов. Смысл в чем? Фары на Ниве вообще не светят. Стандартные. Вот. Причина в них в чем оказывается? Во-первых, стекло там сделано как-то, не знаю как. А во-вторых, после лампочки, между стеклом и лампочкой, там вот этот светоотражатель, который гасит процентов 40, наверное, света. Это я уже когда разбирался, уже головой начал думать, что я купил. Вот, то есть это была боль какая-то, да, купить фары на Ниву, которые светят не в потолок куда-то, да, под которые не надо подставлять там крышечки какие-то там, да, вот что сейчас делаю там просто... не знаю, что, не вот это вот, да, как это хороший габарит. Вот. В общем, в итоге форумы и один грамотный человек сказал Весом. Весом, это на Лиаза она ставилась. Короче, это все ставится, это на копейку подходит, на УАЗик подходит, на Ниву подходит. Еще хрен пойми, на что подходит, да. То есть я, подумал, хороший свет он нужен, потому что ночью вообще не видно. И, собственно, цена сколько? 2 рубля, я думаю. 2 рубля, бог с ним, 2 рубля, там, не... Сколько эти простые? 600 рублей они стоят, одна фара, там, да? И плюс у нее, там, лампочка, там, 100 рублей, там, не знаю. Вот. Вот такие фары, вот такая лампочка All Season, и все, головная боль просто ушла. Просто ушла у меня головная боль. Я увидел прорисованную елочку, они настроились нормально, и... Просто отбивает, вот видишь ты машину передок, и вот так вот от машины все отбито. Обалденно, кстати, All Season, нормально, желтый, нормальный цвет, культурный, не белый, не там фиолетовый какой-то там, едко. All Season и Весом, соответственно, все, больше ничего не надо в этой жизни для этой Нивы. Не вот это вот, повторяюсь, да. Сгорел светодиод, тряхануло там где-то, залил. Светодиоды, вот у таких фар, самая проблема какая? У светодиодов огромная проблема, я сам электрик. Вот это загрязняется, охлаждение прекращается, фаре хана. Я так считаю, сколько светильников меняешь, вот такая вот проблема. Самая главная проблема — пыль, чуть-чуть дождик, пыль, все, светодиод умер. Вот это будет жить вечно. Или пока ты там палкой какой-нибудь, ломом тебе его не прокинешь. Но у нас пока речь не дошла, но, Кот, расскажи свое мнение вот про эти. Свет есть у них вообще? Да что-то будет, наверное. Не знаю, мужики, нет. А за вот это ГИБДД тебе скажут: пойдем, друган. Сразу, протокол. А вот за это тебе ничего не скажут. Внимательно посмотреть надо, да? Людям сразу показывают. Прямые. Плоские, да. Плоские. Светоотражателя там внутри вот этого, который гасит 40%, 30%, там нету. Вот. Это огромное преимущество. Вот, все видно, все показано. Все правильно. Стекло. Молодец. Это мнение. Вот человек зашел, просто разговариваем и вот записал. Да я покупать зашел вообще-то. Вас как зовут? Алексей. Алексей, Виталий. Ведем YouTube-канал Нива 007 называется. Я вас видел, по-моему. Да, так что заходи, подписывайся. И теперь ты в эфире у нас будешь. Спасибо.
коротко и по делу. Мы рассказали вам про 5 классных новинок. Это ленинская фирма ВТ с хорошей светоотдачей 2500 люмен на лампу, 3500 люмен на лампу. В бюджете 2500, 3500 за комплект из двух штук. И про 3 варианта МТФ, как у Виталия на Ниве стоит, 3750 люмен на лампу, 5000 люмен на лампу и 6500 люмен на лампу. По сегодняшнему курсу, как говорится, 6000 комплект, 6500 комплект, 7000 комплект. Все эти лампы качественные для себя, с четкой светотеневой границей, для удовольствия за рулем. Да. Всем подписчикам Виталиного канала Нива 007 будем делать скидки. Обязательно нам об этом напоминайте. И заказывайте, в регионы мы отправляем. Даже вот недавно в Казахстан отправляли. Стараемся работать оперативно. По наличию узнаете. В тот же день стараемся обычно. С ДЭКом, почтой, как вам удобно. Другие транспортные компании, город Оренбург не такой уж и маленький. Они все рядышком здесь. Звоните, пишите. Рады были вам рассказать о новинках. О новинках светодиодных ламп. Я думаю, видео было полезно как для меня, так и для вас. Мы узнали многое интересного про светодиодные лампы, про качество, как они светят. Поэтому переходите в описание под роликом или в первый закрепленный комментарий. Все координаты Влада я укажу. Звоните, заказывайте, общайтесь с Владом, он вам их отправит. Все, всем пока.